Хейо, гайс, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить рут под названием The Evil Within. Ну что, я понимаю, как мы с вами ее одолели уже навсегда. Поэтому можем ее больше не бояться. Остался только Рувик, но мне кажется, еще будет какой-то глава, ну, боссы. Потому что только шестая глава. Хотя... Ну, слушайте, если быстро пробегать, то, скорее всего, игра... Ну, мы пока что выиграли где-то 2 часа. Вас что-то напугало? Они что-то сделали с моей головой? Вы скверно выглядите. Вам нужно следить за собой. Фу, ну. О, сейф. Странный сейф какой-то. В церкви пропал... провалился пол. Никто не пострадал. Свидетели говорят, что это чудо. Крупнейший скандал в церковных кругах. Во время ремонтных работ в церкви Седархилл провалился пол. Присутствовавший прихожанин сообщает, что только чудом никто не пострадал. Фотографии. И пол, да? Там что-то вылазит. Нихера себе. Свет выбило. Я даже не знаю, кто-то оттуда вылазил. Но это уже нихера не весело. Что это за звук? Не знаю, но это нездоровый звук. Это вообще нездоровый звук. Я могу открыть, но... Но не. Хотя, если я смогу сейчас сохраниться... А, ну да, сохранился, проверяйте. Тут комната изменилась? А здесь двери это не было. Ну а этот был. Этой двери здесь не было. Стоп. Да ладно. Нифига себе. Тогда нам сюда. Замечу, что я быстро открывать двери не могу. Пока что. О, опять тараканчики. Но она тогда тоже у зеркала стояла. Нифига себе. Ладно, пойдем вниз.
Это ж сейф тут, нет? Что у чувака... Как я понимаю, лучше бежать, да? Уэсли. Но тот чувак вышел из этого. Там, где шлем лежал. По идее. Что, на этот раз тоже снова проснемся? Себастьян? 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 О, мы вышли. А я не сохранился. Ключом не воспользовался. А где мы вообще? На улице свет. Мы с вами... О, привет. Сойдет. Так, надо статуэтку смотреть. О-о-о. Каев. Не, в натуре каев. Вон птицы полетели. Ух ты ж, ё-моё. Что там херня творится? Ну, закутка красивый. Тупая муха. Как вы бесите. Так, а если с этой стороны? Просто разруха, да? Ну, по сути, здесь ничего не было, да, у нас? А, кстати, комнату первую, которую... А, я уже туда не залез, сука. Ладно. А... Ну, нет, это ж он будет долго... А, не. Я бы он будет до конца теперь одышку делать. Блин, можешь либо прокачать уже, чтобы быстрее восстанавливался. Ладно, пофиг. Разберемся. То же место, что и на фото. Сами на свои. Сами не свои. Она, я понимаю, мне туда идти. По прямой. Хотя... Хотя... Есть тут враги, нету врагов. Я же тоже не могу знать, так ведь? Хм. А, как раз два патрона. Ну, надеюсь, не просто так туда лазил. На дробовик мне пули пойди. А, не, нужны. Шприц. Пуля для дробовика. Фу, духотище. О, тихо. Ладно. О, статуэтка. Ключ. Нам побольше стали давать? Тогда давали ли по это? Так, наверх есть проход.
У него ключ. Не ключ. Бля, ладно. Типа я не могу сюда зайти? Нереалистично. У птицы ключ, кажется, был. Ты в порядке? Пуль мало. В голове гудит. Мне казалось, она сейчас лопнет. Но сейчас я уже к этому привык. А где Кидман? Не знаю. Я очнулся здесь. Наверное, потерял сознание. Или снова стал... Так, это плохая вещь, да? Внутрь, живо! Стоп, это же уже не взрывчатка, да? У него огнемет? Ну, огненная взрывчатка, бомба. Еще одна? Найс. Мне пули надо. Открой дверь. Я открываю. Подожди немножко. Подожди немножко. Черт. Я их надолго не задержу. Еще чуть-чуть. Прикрывай меня. Ладно, пока делаем нормально. Есть! Идем! Пофиг. Пофиг на гель. Ну, не так уж много осталось, но все же. Я понял. В смысле? Ловушка, я разберусь, а ты задержи их. Их вдвое больше. Вижу время, на жалобу у тебя есть. В смысле?
Себастьян, идем. Ну давай быстрее беги. Найс, пули на пистолете. Ну, зато еле немного смог повытаскивать. Отдохнем немного. В таком темпе мы долго не протянем. Я думаю, отсюда нужно убираться как можно скорее. Может, на башню? Оттуда мы сможем все рассмотреть. Статуэтка, статуэтка. Все лучше, чем оставаться здесь. Статуэтка. Там статуэтка. Ух, найс. Снайперская винтовка. Это необычно. Вылезшая винтовка со сквозным затвором и оптическим прицелом. Немного потрепана временем, но в хорошем состоянии. Чувствую, я знаю, что я буду прокачивать. Четверочка. Идем осторожно. Кто знает, сколько их тут. Идем осторожно. Кто знает, сколько их тут. А через... Куда мне идти? Ой. Минус болт. Я вообще без понятия, куда мне идти лучше. Я просто смотрю, что у меня осталось не так уж много болтов. Откуда музыка шла? Я как бы их и призывать не хочу всех сюда. У них маски защищают. Но возьму на всякий случай. Missions. Не беги, дурак!
Сейчас бы я вместе с ним полетел. О, тихо. Так, подожди, а куда я еще мог пойти? Ну, типа, допустим... Ладно, не допустим. А, найс. Ладно, дробовик. Найс, пуля. Гарпун. Да, запусти механизм и привлеки всех сюда. Да? В укрытие! Они стреляют сверху. Нужно уничтожить всех. Можем спокойно пройти. Если не ликвидируем других стрелков, у нас нет шансов. А чё мне вообще заметили? Кто меня еще видит? А пусть бежит. А, то есть бомбы только на мне, да, работают? Угу. Давай. Странно, что их туда хера просто бегает. Ладно, плюс пули. Давай их созовем всех сюда, чё нет. А-а-а. Ну что, в натуре поставился, не мог пройти это все? Не верю я, что это нельзя пройти не в стелсе.
Короче, я понял. Хуй мне, не скрытная игра. Так, приятель, теперь ты меня прикрывай. Угу. Круто. О, бежит. Я просто не понимаю, откуда их столько? Хотя понимаю, ладно. Территория здоровая. Хотел по стелсу пройти, да, да, стелс. А чувак тут хочет сам сдохнуть. Ладно, пойдем по верху, потом пойдем по низу. Я слышал где-то этот безопасную зону. Ладно, пофиг. Найс, найс, я тебя поджег, тварь. Они вообще, они что тут бесконечные, я не понимаю. Ладно, пойдем дальше. Ладно, погнали через низ, чувак. Просто по другой стороне. Пипец.
Вот и все. Хорош. Опа, деньги, деньги. Смотрите, у меня уже почти 15 тысяч, с них фига, понимаете? Да, с пулями проблемы. Давай, приятель. Хорош. Молодец. Я знал, что тебе можно довериться. Так, ладно. По сути, последний остался. Нет, нормально, да, походу? Так, подожди, а где он тогда начал стрелять? Он начал стрелять, когда я был снизу. Или я по центральной побежал. Ладно, не суть. Чуваки, лучше бы с вас в натуре падали пули сейчас. Ну, ладно, и так сойдет. Ну, слушайте, тоже по 500, типа, неплохо. Так, а теперь ты. А, или я должен теперь второй искать? Ладно, пробегусь. Короче, понял, мне нужно теперь с другой стороны обойти. Банка. На косарь. Пули. Так, еще где-то что-то есть.
Нет, а нет, слушайте, ну выключи. То есть, по сути, я могу только один, да, использовать? Интересно теперь, а что было в другом? Так, ну пойди все. А, найс! Идем осторожно. Кто знает, сколько их тут. Мать, вы умные. Так, подожди, я отстреливал. Где мой ключ? Где мой ключ? Я не уйду, пока не найду свой ключ. Подожди, а куда я должен был бежать? Ну, по факту, если бы у меня не было бы ни пуль, ни хера. Чё? Вы понимаете, я не могу никуда пойти, пока я не найду, где мой ключ. О, вот он, все. Все, народ, тогда продолжаем. Лифт стоит на верхнем этаже. Будем искать другой путь. Да, давай быстрее в сейф-комнату погнали. А вот почему и труп лежит. Вот в чем было дело. Согласен. Дневник Себастьяна Кассалана. 17 мая 2006 год. Уже 8 месяцев, как мы с Майерой поженились, и теперь ждем тебя, крошка Лили. Скорее бы прошло еще 2 месяца, чтобы я наконец смогла тебя увидеть. Честное слово, мне страшно. Я постоянно смотрю в лицо опасностям на работе, но мысль о том, что скоро я стану отцом, пугает сильнее всего. Обещаю, что пока я жив, я буду любить и защищать тебя. К новым обязанностям я подойду так же, как и к любому другому делу, буду отдавать себя целиком, без остатка. Буду делать все, что в моих силах. Знай, мы с твоей мамой любим тебя и очень ждем в этом мире. Хоть я никогда и не был жестоким. Ланенька, давайте, короче, думаю, мы сейчас с вами сохранимся и закончим. Ты вернулся. Ха. О, наконец-то двери нету. Фух, ладненько, давайте на этом тогда закончим, ребят. Следующая серия как раз уже подготовлю нам эликсир, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.